Здравствуйте, меня зовут Писарева Наталья Николаевна, я учитель физики лицея номер 9. И представляю вам видеоурок. Здравствуйте, дети, сажаемся. Итак, ребята, я прошу вас обратить внимание на тему нашего с вами сегодняшнего урока. Формирование единой картины мира на примере изучения темы агрегатное состояние вещества. Теперь я попрошу вас ознакомиться с планом работы на сегодня. Вот буквально вам 30 секунд на то, чтобы прочитать то, что здесь написано. Все понятны вопросы? Скажите, ребят, есть ли такие вопросы, на которые вы могли бы дать точный ответ? Так, хорошо, я прошу вас высказаться. Олеся, пожалуйста. Я знаю, почему выпадают осадки, почему меняется время года. Почему снег мягкий? Хорошо, Антон? Почему карандаш пишет, очень точно знаю. Так. И практически все остальные вопросы, кроме почему снег мягкий и почему листья желтеют, точно не знаю. Ага. Рита? Я знаю, почему снег мягкий, почему меняется время года, выпадают осадки и почему карандаш пишет. Кирилл? Я знаю, почему меняются времена года, почему карандаш пишет и почему парню нельзя поколоть. Леша? Я знаю, почему карандаш пишет, почему меняется времена года, почему выпадают осадки и почему листья желтеют. Я знаю, почему парня нельзя потрогать, почему карандаш пишет, почему Малек и почему Валик он болит тесно. Так, еще высказывание, пожалуйста. Я знаю, почему меняется времена года, почему выпадают осадки и почему листья желтеют. Все вопросы связаны с биологией, да? Отечество. Так, еще высказывание, Соня. Ну, вообще, имею представление почти обо всех вопросах. И точно могу сказать, почему меняется времена года. Еще. Клип. Я знаю, почему снег мягкий, знаю, почему парня нельзя потрогать, почему карандаш пишет, и знаю, почему выпадают осадки. Еще высказывает Алексей. Я точно знаю, почему карандаш пишет, почему молекулы тесно, почему меняется время года, почему снег мягкий. Аня. Я знаю, почему вода жидкая, почему листья желтеют и почему меняются времена года. Что ж у тебя с биологией? Так, хорошо. Еще? Арина, Настя. Давайте, ребят, высказывайте. Смелее, пожалуйста, Влад. Я примерно предполагаю, почему снег мягкий, почему вода жидкая. Да, почему вода жидкая и почему с порога руком возьмем, что сегодня на обед встал. Отлично. Еще мнение? Кристин. Кристин, затрудняешься ответить на вопросы? Затрудняешься. Арина, пожалуйста. Ну, почему снег мягкий, почему карандаш пишет и почему меняется времена года? Настя. Я знаю, почему меняются времена года, почему выпадают осадки и почему снег мягкий. А остальные? Что можешь сказать, Артём? Почему снег мягкий, почему парня нельзя потрогать, почему карандаш пишет и почему листья желтеют? Еще? Так. А, ребят, скажите, есть ли вопросы, на которые вы вообще не знаете ответов? Ну, есть такие вопросы? Пожалуйста. Почему молекула воды тесна? Ты не знаешь этот вопрос. Хорошо. Кристина, есть такие вопросы, на которые вообще не знаешь ответы? Да. Да? Ну, какие, Кристина? Смелее. Почему листья желтеют? Еще Арина. Почему с половой школы знаем, что сегодня ага, еще полки. Ну, Влад. Ну, почему листья желтеют и почему рекам воды тесно? Ребят, а есть ли вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы? Почему? Антон, пожалуйста. Ну, хотя бы к вопросу, почему снег все-таки мягкий, ну точно. Почему вода жидкая, это я знаю. Почему парня нельзя потрогать? Ну, у меня просто есть небольшое поражение, почему. Ну, почему? Мы можем все равно почувствовать как-то. А на все остальные я как бы не сильно хочу узнать, мне вот интересно вот эти вот, а в этом химии, в этом разделе. Ага, хорошо. Пожалуйста, Настя. Я хочу
хочу узнать, почему листья желтеют и почему парня нельзя потрогать. Угу. Я хочу узнать, почему снег мягкий и почему листья желтеют. Так, хорошо, еще. Пожалуйста, Стина. Я хочу узнать, почему листья желтеют и почему парня. Отлично. Ребят, а как вы думаете, а есть что-то общее между всеми этими вопросами? Да. Они связаны между собой. Они связаны между собой. Так вот, ребят, вот на сегодняшнем занятии я преследую некоторую такую цель организовать вашу деятельность по освоению новых знаний в разделе агрегат состояния вещества. А вот и ваша цель какая? Вот смотрите, в зависимости от того, какую будет цель, вы сейчас перед собой поставите, вы сможете выбрать определенный вид деятельности. То, чтобы вы смогли бы ответить на эти вопросы, которые вас интересуют. По окончанию работы, когда вы закончите работу, вам нужно высказать свое мнение, то, что вы узнали, пользуясь схемой, представленной на доске. Да? Но прежде чем вы начнете, скажите, пожалуйста, если что-то непонятное, что делать? Может быть, пояснить это что-то нужно? Нет, да? То есть вы готовы сейчас выбирать вид деятельности? Отлично. Пожалуйста, можете выбирать. Все берет, что ли? Да. Вы что? Я в крышу забыл. Да, да. Так, если вы выбрали вид деятельности, то, пожалуйста, возьмите оборудование вам необходимое. Сразу можете пойти с воздуха стены. Так, так, хорошо. Так, а что мне там Шамиль взял? Да, конечно, можете присоединиться к Шамилю в этом качестве эксперта. Конечно. Полина, что случилось? Кого не можете? Группу физиков? Вы одна, что ли, в группе физиков? Так вы позовите кого-нибудь из вами. Или, может быть, или Полине присоединиться, поможет Полине кто-нибудь? А ты с чем? Она группа физиков. Физики. Где физики? Нет, они биологи. Все? Ну. Пожалуйста, Полина, можете здесь. Так, ну все. Пожалуйста, вы можете начинать уже. Внимательно читаем. Можешь хорошо. Все, внимательно теперь читаем то, что у вас дано в бумажках ваших, то, что у вас дано в инструкциях. Понятно, молодец, хитрила. Молодец. Так, ребят, группа биологи, где у меня? Чтобы я вас видела. Так, хорошо, вот здесь у меня. Так, дальше, группа химики. Химики. Так, вот я должна вас видеть здесь. Группа химиков и группа физиков. Так, все, внимательно, сейчас читаем задание, которое у вас дано. Так, девчонки, вам нужно исключить. Наушники, да, конечно, наушники нужно взять обязательно. Я прочитала. Ребят, возьмите еще один комплект, чтобы было удобно. Там то же самое, только просто еще один комплект. Ну, только продублировано. Так, ребят, я забыла сказать самое главное. У вас на всю работу 15 минут. 10 минут вы работаете непосредственно с заданием и 5 минут готовитесь к выступлению. Слышали? Да. Да. Включим без проблем. Уже прощаюсь, можно делать? Только, пожалуйста.
тоже там? Да, вот табличку, вот тут точно все прочитали, что нужно сделать. Только если вы когда будете лететь, берем ручку за вас, сейчас отвечаю, что правильно, что нет, а если коробочку и еще. Вопрос такой, вот вы там то, что будете делать с снегом, вы будете делать какой тарик? Пластиковый или металлический? Металлический, молодец. Так, если что делать? Пластиковый. Вы не просто будете что делать. Вам уже потом вот такая. Вот теперь для вашей экспертной оценки это будет то, что я необходимо будет сделать. Поэтому смотрите, я на вашем месте, то есть вы можете сами женить, это ваше место. Вы можете перемещаться к фантомам и смотреть, что они делают. То есть, может быть, это вниз что-то спрашивать. Вы же эксперты, вы можете все сделать. Я подумала о том, что уже в конце Шамиль может говорить о том, оценить кто что делал, а я могу делиться моим ответом. Хорошо. Мне нравится ваше вот, то, что вы задумали сейчас. Да, он начнет плавиться. Так, что? Ну что со снегом снежки? О, молодцы. А еще у вас такое что? Второй эксперимент. А с чем второй эксперимент? Так вы разве первый делали? Там что нужно было делать? Первый эксперимент. Воды надо было. Не-не-не, все, что петли. Ну, Галина, где вода в кабинете физики? Не слушай меня, пожалуйста. Где вода в кабинете физики? Да. Конечно. Ну да. Должна быть. Это да, ты ваша. Подруга пойдет. Плиту? Да. Так, объясните мне, что вы делаете. Шалим. Это во второй эксперимент сделали. Уже начал получаться? Отлично. Папа, самое главное, что там было в школе написано. Понятно. 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 Да, иду. А вы идете? Замораешься.
Солнца нет. Когда нужно выйти, может быть, встать, когда найти солнце. Либо надо будет развить. Еще больше вас Да, может, не помыть, ничего страшного. Да, я так вижу. Значит, мне кажется, что больше как заступить, сразу говорить, сколько мы максимально. Как Ну да.
А, правильно, под приемный лоб, да? То есть, когда я помню, где пишет наша приветствия. Ну как, это лучше. Можно со всем вниманием, пожалуйста, обратите? Он. На меня все внимание, пожалуйста.
вот у вас методичка. Ну, у меня точно методичка, что появляется? У вас какая цель? Я не знаю. Так вы посовещаете с вашей группой, она и есть. Я пока что думаю. Это для кого? Наоборот. Если из учебников... У нас в тезисе, эксперты, можно вам одно обращение?
у нас в тезисе, поскольку у нас была работа с литературой, я хотела бы заметить, что в идеальном тезисе должно быть еще экспериментальное доказательство, эксперимент его результат. Но поскольку у нас не было эксперимента, у нас как бы нету вот этой составляющей части тезиса, поэтому прошу, можно будет ее убрать? Ну, ваша работа с литературой, поэтому вам, конечно, да. Да. Спасибо. Все, спасибо. Группе отличная проработка. Следующая группа, пожалуйста. Кто следующий готов выходить? Ты так говоришь. Ну, смелее, пожалуйста. Давайте вместе. Группа биологов, пожалуйста, выходите. Давайте, девочки, выходите. Группа биологов. Девочки, быстрее, пожалуйста. Так, у нас группа биологов. Вы смотрите, вы тоже уже что-то знаете, вы можете задавать им вопросы, конечно. Пожалуйста, группа биологов. Мы группа биологов, и нашей целью было узнать, почему листья желтеют. Да. Мы провели эксперименты, связанные с разными погодными условиями. Да. Это было тепло, присутствие только воздуха, когда мы там были сухие природные факторы. Также мы клали нашу розу в лед. То есть создавали разные влияния природы на тело. Так, и что получилось, кстати? Когда роза у нас была в сухих погодных условиях, ее клетки, они высыхали. Угу. То есть, получается, влагу она уходила. Так. А когда мы морозили, наоборот, там в клетках было больше жидкости, и когда она выходит из холодных природных условий, клетки вакуоль разрывается. Так. И что, девушка? Да, девочки, смотрите, у нас четко должен быть тезис и то, как вы добили, ну, система доказательств к этому тезису. Так, тезис у вас какой работы? Что? Ну, смиряйся. Ребят, помогите, может быть, кто-нибудь поможет? Вот что? Стейзис, смотрите, они немножко запутались. Стейзис? Да. Ну, она же спрашивает. У них какой у них тезис был вначале? Они даже хорошо произнесли. В результате работы мы пришли к мнению, что химическое строение... Не ваше. Им помогли. Аня, какая у вас была цель? Узнать, почему листья желтеют. Когда тезис у вас выступает, с чем будет связан? Внимательнее, пожалуйста. Что настроение? Простите. Вот у вас, роза у вас высохла? Да. Это соответствует тому, что листья желтеют? Да. Соответствует. Да, смотрите, что вы сделали для того, чтобы листья пожелтели? Засушили. Тогда тезис какой будет? Если придется не будет благоприятная погода, то есть в данном случае, если из нашей цели выходить, если нехватка минералов и можно с этим связано. Можно? Хорошо. Какую вы используете систему доказательств для этого? Экспериментальные. Так, вопросы в группе есть? Маша, пожалуйста. Я наблюдала, девочки, за вашей работой, у меня созрел вопрос, почему ваша цель о том, почему листья желтеют, хотя все эксперименты проводили на лепестках роз? Ну, они, Маша, создали модельную ситуацию. Они создали просто модельную ситуацию. Пожалуйста, здесь хотя бы вопрос вам задать. Я хотела бы спросить, как называется это... Как называется это, этот процесс, как он называется этот процесс, поскольку я помню, что этого процесса... Какого конкретного процесса? Ну, что вот при замерзании, высыхании, что при какой температуре, как это можно охарактеризовать несколькими словами, хотя бы одним словом? Это влияние различных факторов. Ну, а с чем эти факторы связаны? Природные условия. А природные условия у нас где на сегодняшний день? Какая? Ждите, Ну? Ждите, доводите.
группе. Да. Наша цель была узнать, что такое агрегатное состояние на примере химии. Да. Мы проводили несколько экспериментов. Хорошо, девочки, давайте сразу тезис какой? А чего здесь агрегатное вещество с точки зрения химии? Ну, взаимодействие молекул тел. Так. Ну и как вы его доказали? Мы доказали его на примере эксперимента. Все. Вопросы группе, пожалуйста. Какое расстояние между частицами в агрегатном состоянии газа красное, жидкое и твердое? Мы этого не знаем, поскольку у нас не было литературных источников. У нас был только эксперимент. А порядок расположения хотя бы можно? Ну, они не могут это расположить. Леша, можно выпустить? Пожалуйста, Алексей. При каких температурных условиях происходит изменение? Леша, стоп, еще раз. Они сказали, у них они делали химические эксперименты. Химия не связана с температурой никак. Поэтому вопрос, пожалуйста, по адеквате задать им. Группа экспертов, можете им вопрос задать? Пожалуйста, группа экспертов. Влияют ли молекулы или атомы, из которых состоит данное вещество, на его свойства и на его реакцию на какое-либо внешнее вещество? Пожалуйста. Да, влияет, так как, например, мы воду можем испарить или, наоборот, заморозить. А можно это вопрос? А вот вы можете воду заморозить и испарить, при этом изменяется ли структура самой молекулы воды? Да, изменяется, она меняет форму. Так, хорошо, вот я видела, что вы делали. Покажите всем, пожалуйста, что вы сделали с формами. Вот вы сделали разные... Ребята, смотрите внимательно. Поднимайте, всем показывайте, девочки. Вот, Соня, что ты в руках держишь сейчас? У каждой молекулы есть своя форма. Это молекула твердого состояния. Агрегатного состояния. Хорошо. Дальше. Молекула жидкого состояния. Подними, пожалуйста, выше, Арина, чтобы все увидели. Посмотрите внимательно, ребят, состоит из каких молекул? Из атомов, каких? Хорошо. И еще, пожалуйста, какого состояния? И это газообразное. Газообразное состоит из каких атомов? Из двух атомов. Так, хорошо. Есть вопросы в группе? Нет, все, спасибо. Следующая группа. Пожалуйста, быстрее. Так. 5 минут. Настя, не надо этого делать. Пожалуйста, Олеся. Наша цель на уроке была, с чем связано агрегатное состояние вещества. В результате работы мы пришли к мнению, что агрегатное состояние вещества связано с движением частиц данной площади. То есть мы узнали, что в твердом агрегатное состояние вещества, в твердом состоянии молекулы находятся очень плотно друг к другу, и они... Стоп, Лесь, можно тезис вашей работы? Ну, вы хорошие методы сказали, когда вы вам подводили. Агрегатное состояние вещества связано с движением частиц данной площади. При этом мы использовали доказательства научные, полученные видеоуроки. Вот, хорошо. Вот что вам нужно было сказать. Эксперты, есть вопросы к ним? Есть в этой группе вопросы? Антон. Ну, есть вопросы к этой группе, потому что знаете, они совершенно по-другому по поводу отвечают от вас. Антон. Пожалуйста, Антон. Разве еще агрегатное состояние вещества не зависит еще от расстояния между частицами, их взаимодействием, порядком расположения или потому только от характера движения молекул? Почему не только? Ну еще с этим же связано. Да, все. Все, Леша, пожалуйста, еще вопрос. А почему ты об этом не сказал? Ну, слушайте, вот так вот нельзя вопрос задать. Нужно вопрос ставить по факту того, что вам хотелось бы у нее узнать. Что-то нового. А не варить человеку вопросы. Спасибо большое, Лесь. Присаживайтесь. Следующая группа – химфизики. Или мне еще... А, вот, пожалуйста. Давайте, вперед. Алексей, чуть быстрее. Ну?
раз времени мало, я скажу про тезис. Так, что про тезис? О изученном и узнанном на этом уроке. Наша цель на сегодняшний урок стояла такая. Узнать, что такое кристаллическая решетка. Так. Мы узнали на этом уроке только лишь расположение молекул. Но в моем понимании все-таки это является кристаллической решеткой. Расположение молекул? Да. Хорошо, дальше. Каков тезис, Дрошин? Тезис. Причина того, что вещество может находиться в твердом и жидком состоянии и газообразном состоянии, различные взаимодействия, расположение и движение взаимодействия его молекул. Так, хорошо. Даш, какую систему доказательств использовали? Систему доказательств мы использовали... Мы использовали литературные источники. Мы использовали литературные источники, которые нам были выданы. Да, хорошо. Вопросы есть к нему? Алексей? Нет вопросов. Следующая группа, пожалуйста, физики выступает. Итак, группа физика, пожалуйста, тезис. Агрегатное состояние вещества с точки зрения физики зависит от температуры. От температуры. Отлично. Каким образом как доказывается тезис? Доказывали мы этот тезис с помощью эксперимента. Так. А можно, Артём, небольшой резюме о том, что вы сделали, что вы получили? О чем здесь агрегатное вещество? Мы взяли твердое агрегатное вещество в плане снега, так, растопили его в воду, так, и вызвали, ну, взяли из этого жидкое состояние. Так. Потом мы жидкое состояние начали обогревать и превратили жидкое состояние в... Какое? Газообразное. Что при этом случилось с температурой? Она повышалась. Отлично. Вопрос есть в группе? Нет. Все, пожалуйста, эксперт, дайте нам оценку работы группы. Все группы, выйдите, пожалуйста, эксперты, и тщательно проходите по вам внизу. Сейчас группы услышите, может быть, те моменты, на которые вы не доработали. И подумайте, что можно с этим будет сделать каждому из вас. Пожалуйста, Маша. Первые выступали это группа «Химия» и Антон. Хотелось бы Антону высказать мой большой плюс, то, что у него не было воды, как обычно. Маша, давай чётче, так? Да, однако были небольшие недоработки, за которые уже в серьезных заведениях поставили бы жирный минус. Поэтому 4. Хорошо, дальше следующая группа. Группа биологии. У них были затруднения в тезисе, так, в системе доказательств. Так. Поэтому мы решили поставить, ну, не прям такую плохую, но хотя бы оценку. Ну, то есть сказать, что нужно поработать над тезисом. Да. Хорошо, дальше. Ну, про вторую группу мне бы тоже хотелось сказать. Я не зря спросила про цели и несоответствия, потому что цель, она дает общее понятие того, что нужно сделать. Если бы у них была цель, например, узнать, как внешняя среда влияет на природу, я бы не придиралась. Но у них был конкретный предмет, который получается цель, а они не выполнили. Хорошо, следующая группа. Группа третья, Соня, Арина там и химия вся. Химия. Да. У них все было идеально. Поэтому мы решили поставить мерку. Хорошо. Да, мне все, я это не вопрос не возникло. Следующая группа, пожалуйста. Девочки, которые химики, они работали с видеофильмом. Тоже нету особых претензий, только может из-за волнения кое-что нам. Хорошо. Следующая группа. Ну, группа физиков, которые были. Так. У них тоже все идеально. Артем выступил, все рассказал, было понятно. Тезис есть, система такая. Хорошо. Так, и еще группа. Вот, пожалуйста, Алексей, вместе с ВАДом. Пожалуйста. В химии я очень удивилась, что воды было очень много, больше сути. Mm-hmm. То есть вам деньги, да? Да. Хорошо. Итак, спасибо экспертам, поблагодарим наших экспертов за работу. И буквально резюмирую я, да, вот в конце сегодняшнего занятия. Ребят, я считаю, что вы себе достойно поработали. Эксперты, я с ними согласна, что в разных группах были разные недочеты, да, которые нужно как-то исправить. Да, смотрите, вот эти недочеты вы для себя чем поставить теперь? На ближайшее.
чем электричество? Целью. То есть получается, вот вы для себя сейчас зафиксируете того, что вы не смогли сегодня достичь на уроке, и либо через консультацию с учителем, да, либо через использование там чтение литературы, либо еще какой-либо ресурс используйте, достигните, пожалуйста, этой цели. А на следующем уроке мы с вами об этом обязательно поговорим. Всем спасибо. До свидания.